А воспитанников Попенской школы-интерната с днем защиты детей поздравили рыбницкие байкеры. Участники мотоклуба привезли детям подарки и прокатили на мотоциклах. Мужественные люди в черных перчатках и шлемах в школе-интернате села Попенки – необычные гости. Рыбницкие байкеры приехали поздравить воспитанников с Днем защиты детей и привезли в подарок спортинвентарь. Любопытные ребятишки сразу же окружили яркие мотоциклы. И мы уже, наверное, на протяжении 5 лет катаемся и увлекаемся мотодвижением и хотим доставлять удовольствие и, наверное, немножко популяризировать этот вид транспорта, который почему-то вызывает агрессию иногда у людей. Поэтому детки – это, наверное, те, кто сегодня расположены более контактно к нам, поэтому и охота сделать им приятное, чтобы они улыбнулись. Счастливые улыбки и горящие детские глаза. Главное развлечение в праздничный день – прокатиться с ветерком на мотоцикле. Чтобы почувствовать себя в роли крутого байкера, ребята выстраивались в очередь. Участники мотоциклетного клуба успокаивают, пока не покатают всех, не уедут. Для меня было самое интересное, когда приехали гости и поздравляли нас. Мне нравится то, что когда едешь, и ощущение, как будто ветер дует в лицо. Они большие, быстрые, красивые. Когда я вырасту, я тоже буду кататься. Мне понравилось сегодня, как катали нас, быстро ездил он. Я 2 круга катался. А сегодня для детей из школы-интерната села Попенки организуют поездку в бассейн, где ребят научат плавать. Николай Стоянов, Татьяна Семенюк, Алексей Минченко, Первый Приднестровский.